Красоту нужно видеть кругом. Вот смотрите, в центре Херсона оставили на парапете возле магазина яблоко, и как красиво падает тень, как на картинах. Даже красивее, чем на картинах. Так против солнца, но можно остановить видео на удачных кадрах, и будет, конечно, как произведение искусства. Потому что тут ракурс меняется постоянно, можно ближе, дальше сделать. И никто яблоко не забирает, кто-то обронил, вдруг там оно наколотое или что-нибудь такое. И смотрите, как оно смотрится, люди мимо идут, это возле Ушакова остановка Покулика. Вот такой город Херсон, 20 декабря, солнышко светит, люди идут. Ну, тут искусство разное бывает, натюрморты это как классика такая, жанр такой большой. Но если посмотреть вот на картине яблоко, смотрите, оно выглядит вот так вот. Тоже вроде тень падает, но сейчас в такой цифровой век все должно быть ярко, красочно, красиво. Потому что уже ушли те кисти и все остальное. Надо идти в ногу со временем. А вот так вот рисует один херсонский художник на компьютере. Вы посмотрите на сюжеты, на красочность. Но если ему заказать, к примеру, какой-то натюрморт, то он вам сделает, конечно, очень красиво. Или наоборот, какие-то виды и все остальное. Ну то есть тут уже надо смотреть на это все с точки зрения современного дня. Это такие у нас маршрутки новые, закупили 30 штук, ну, вроде как вместительные, и еще 30 штук импортных автобусов купят БУ, а это новые. Ну так вот день из жизни города, дальше мы пройдемся туда по улице Кулика, и обратите внимание, там есть два стоматологических кабинета, взрослый и детский, может кому-то пригодится.